Здравствуйте, меня зовут Владимир Тишко, и сегодня наш семинар будет посвящен теме технический анализ. Поговорим о технических методах, графических, классических методах. Завтра мы будем говорить о индикаторных методах анализа, и в итоге наш цикл семинаров, который посвящен техническому анализу, будет проходить 4 дня, то есть вторник, среда, четверг и пятница. Здравствуйте, Юрий Гуляев. Я надеюсь, правильно, да, прочитал ваше имя, фамилию. Все остальные, кто присутствует, также вам большой привет. Давайте сделаем так. Напишите либо привет, либо поставьте плюс, если вы меня видите и видите вот эту картинку, слайд. Давайте подождем одну минуту для того, чтобы было время отписаться. Всем тем, кто присутствует. Не сочтите за труд, уважаемые друзья, пожалуйста. Ох, Немирович Данченко Валентина, добрый день, здравствуйте. Ну, в таком случае давайте будем продолжать. Я вижу, что как-то уж очень скромно у нас сегодня начинается семинар. Но давайте начнем с того, что все-таки 4 дня на изучение у нас будет. Может быть, все-таки вы немножко стесняетесь, особенно те, кто приходит, смотрит данный семинар первый раз. Не знает, на что обращать внимание, думает, что вот нужно смотреть, слушать, запоминать. Я рекомендую, вот мое личное предложение, это все-таки более активное участие, задавать вопросы, конспектировать, может быть, какие-то дополнительные материалы я вам даже постараюсь дать в рамках этого семинара. Ну, что нужно будет для занятия? Опять же, блокнот, лист бумаги, какой-нибудь, может быть, черновичок, вот для себя можете положить перед собой. Нужна будет торговая платформа MetaTrader, обязательно, без нее у нас ничего не получится. Рекомендую, скачайте, установите демо-версию, платформа будет работать в виртуальном режиме, с виртуальными деньгами. Практику вы получите очень хорошую. То есть, если у вас платформы нет, скачайте, установить демо-режим, не понравится, удалите. Еще что я рекомендую, естественно, для любого новичка, я рекомендую это обязательно на наличие калькулятора. Вот что нам будет нужно. Бывает такой момент, когда, опять же, в рамках данного семинара начинающие смотреть данный курс или вот курс моих коллег очень-очень сильно стесняются. То есть не нужно стесняться, если боитесь, там, стесняетесь написать ваш вопрос в чате, поначалу это бывает. Я рекомендую, скажем, после окончания семинара, или возникнут вопросы, как бы кулуарно можете отправить мне вопрос на электронную почту, адрес внизу экрана, владимир.тишко@alpari.ru. Ну и давайте начнем все-таки наш семинар. Семинар по теме «Технический анализ». И какое место занимает данный курс или данные семинары в общей структуре обучения любого начинающего трейдера. Если говорить о составляющих успеха в любом бизнесе, я снова повторю, что это любой бизнес абсолютно. То есть от каких-то простых видов бизнеса, не знаю, бомжи собирают бутылки и потом их сдают, заканчивая высокими технологиями, скажем, ядерная энергетика, биотехнологии, ну то есть интернет-технологии, все то, что вот вокруг нас, так или иначе, это бизнес, оборот денег, создание добавочной стоимости. В трейдинге в том числе. Вот трейдинг практически ничем не отличается от обычной профессии. Но, естественно, мы в любом бизнесе настроены на результат. Заработать деньги. То есть результат – это, естественно, для нас деньги.
Теперь, без чего мы не сможем добиться результата? Вот первая, одна из важнейших составляющих успеха – это сами люди. То есть те люди, которые участвуют в данном процессе, создают, в данном случае, новый продукт. К примеру, это сами трейдеры, это могут быть инвесторы. Вот все, кто работает в бизнесе, так или иначе, обязательно влияют на результат. Ну, то есть вы как трейдер, я вот буду говорить про каждого из вас, не зная лично, вы обязательно будете сталкиваться с другими трейдерами, конкурентами. Одни покупают, другие продают. Обращаю ваше внимание, что окружающая среда, это сам рынок, для нас тоже обязательно важен. Я снова повторю, что это к любой профессии абсолютно справедливо. Оборудование. Вот первый мой совет, когда всегда стоит вопрос о том, вот какие курсы смотреть, на что обращать внимание. Вот мой семинар, который второй, стоит в ранге рекомендаций, скачайте, установите торговую платформу, откройте демо-счет и посмотрите семинар по работе с оборудованием. Это одна из важнейших вещей. Я снова повторю, что устроившись абсолютно на любую работу, вас в первую очередь будет знакомить с техникой безопасности любого бизнеса, вас будут знакомить с оборудованием, с которым вы будете работать. То есть это любой бизнес, который в мире вообще существует. От самого простого, примитивного, пойдете копать лопатой яму, заканчивая высокими технологиями, там, пусть будет биология, микроскоп. Если лопатой копаете, вас будут обучать, как копать. То есть это оборудование, оно очень простое, но тем не менее, его нужно очень хорошо знать. Вот мой совет такой. Не игнорируйте, вот большая часть проблем будет связана на первом этапе вот с этой частью. Вот какое место занимает данный семинар, это технологии. То есть мастерство принятия тех или иных решений, умение правильно применить оборудование в окружающей среде человека. То есть технологии, скажем, вот в данном случае анализ, технический анализ, фундаментальный анализ, управление капиталом, управление рисками, это все вот сюда. Еще одна, естественно, очень важная вещь, без которой вообще все это не будет работать, это так называемое горючее для любого бизнеса, это капитал. То есть можно ли деньги сделать без денег. Вот здесь у вас никак не получится. На старте у вас обязательно должен быть какой-то любой первоначальный капитал. Об этом мы говорить не будем, этого я буду касаться только вскользь, в контексте, то есть ну вот, буду говорить и все. Но на следующей неделе будет семинар, который будет называться «Основа управления капиталом». И там вот мы 3 или 4 дня будем говорить именно об этом. А вот наш семинар сейчас об этой части, то есть о технологии применения анализа в практическом смысле. Чтобы, опять же, немножечко сегодня, может, первая часть семинара будет в какой-то степени скучновато для, может быть, многих начинающих, вы это слышали на других семинарах, основа профессии трейдера, может быть, семинар, базовый курс вы смотрели. То есть везде мы говорим об этом. Но я вынужден это проговорить, чтобы быть уверенным. Я это сказал, меня услышали, вопросы не заданы какие-то, и значит, все нормально. То есть, как вы понимаете, чтобы не было какой-либо ситуации, когда один человек очень сильно может нас задержать, начнет задавать простые элементарные вопросы, а я и не смогу ему корректно ответить. Поэтому обращаю ваше внимание, что семинар уже фактически начался. Мы говорим сейчас о техническом анализе и будем говорить о техническом анализе. Но нужно все-таки понять, зачем он нам нужен. Дело в том, что сам человек кузнец своего счастья. Для нас это трейдер, это участник торгов на финансовом рынке, совершающий операции с целью получения прибыли. Другое определение данного термина трейдер – это слово спекулянт. Если вы будете слышать слово спекулянт, не пугайтесь. Я хочу сказать, что это совершенно нормальный старинный финансовый термин. Многие это воспринимают исключительно негативно. Итак, любой трейдер, то есть любой трейдер – это трейдер-профессионал или трейдер-любитель. Ну, будем говорить про вас. Вот про вы, я, мы являемся трейдерами-любителями с разными стажем работы. То есть кто-то, может быть, только-только делает первые шаги, а у кого-то там 15-16 лет за плечами. Ну вот я себя сравниваю и, допустим, любого начинающего трейдера. То есть это все мы трейдеры-любители. То есть работаем исключительно на самого себя, от случая к случаю, хорошо ли плохо. Можем вообще не работать, если нам не захочется.
И существует группа трейдеров-профессионалов, ну, те, кто каждый день ходит на работу с целью работы на финансовом рынке, у них в трудовой книжке так и записано профессия, либо управляющий, либо трейдер. Но я хотел бы сказать, что любой трейдер и частный, вот в данном случае работающий на самого себя, таких трейдеров называют розничные, независимые трейдеры, это слова-синонимы. И трейдеры-профессионалы все равно будут заниматься одной и той же работой. То есть вопрос только ваша вовлеченность. Профессионалы работают там 12, 15, иногда 24 часа в сутки, а любитель может работать, ну, хочу работаю, хочу не работаю. То есть он делает это в удовольствие. Но работу он будет все равно делать ту же самую. Поэтому любой трейдер занимается анализом текущей ситуации, сложившейся на финансовом рынке, и по результату этого анализа заключает торговую сделку. То есть я снова подчеркиваю, что все трейдеры мира занимаются одним и тем же. Соответственно, для того, чтобы нам принять решение, нам нужно провести анализ. То есть купить или продать, вот самое главное. Да? И потом, конечно же, закрыть нашу сделку по более выгодной для нас цене. Если мы купили, продать дороже. Если продали, купить дешевле. Для этого нам нужно провести анализ и сделать прогноз. Итак, анализ – греческий термин, означающий разложение, расчленение целого на составные части. Ну, буквально определение – это операция мысленного или реального расчленения целого на составные части, выполняемые в процессе познания. Ну, к тому, что анализом мы занимаемся, даже не зная этого термина, ежедневно, ежесекундно, с первых дней жизни человека. То есть человек родился, и он тут же вот начинает уже мгновенно анализировать ситуацию. То есть еще говорить не может, исключительно пищит, верещит, но тем не менее он уже постоянно анализирует ситуацию. Нравится, не нравится, темно, светло, хорошо или плохо, что будет, если я совершу какое-либо действие. Ну, опять же, ребенок, подрастая, начинает ломать игрушки, узнать, как она устроена. Вот это как раз и есть анализ. Соответственно, противоположное определение, противоположное слово слову анализ, антоним, это слово синтез. То есть, когда мы из разрозненных частей собираем нечто целое. Итак, обращаю ваше внимание, что вот термин, наверное, понятен сейчас, даже на таком бытовом уровне. Соответственно, существует технический анализ, который применяется на финансовом рынке, и фундаментальный анализ в том числе. Итак, я хочу сказать, что это две ветви, такого два глобальных направления, которые применяются в трейдинге. Технический анализ – это анализ или прогноз, который мы делаем на будущее, используя цены в прошлом. То есть прогнозирование изменения цен в будущем на основе анализа изменения цен в прошлом. То есть по факту нам нужен график для построения какого-то прогноза на будущее. Вот об этом сегодня мы будем говорить, ну, практически 2 часа с перерывом. И еще отдельно есть совершенно такой как бы отдельно стоящий вид анализа. Я снова подчеркну, что они очень сильно отдельно, сильно различаются. Это анализ фундаментальный, то есть мы о нем говорить не будем, то есть будем говорить только в контексте, обязательно я буду говорить. Но это метод прогнозирования, основанный на анализе или на изучении движущих факторов, которые формируют те или иные события, новости. То есть экономические новости являются движущей силой на финансовом рынке, поэтому многие трейдеры используют фундаментальный анализ. К вопросу о том, какой анализ лучше. Этого ответа нет и никогда не будет. Дело в том, что вот все трейдеры делятся на условные три группы. Очень маленькая группа – это трейдеры, которые используют только технический анализ без, скажем, влияния фундаментального. Есть также небольшая группа трейдеров, которые используют только фундаментальный анализ, не используя никакие варианты технического. Это вот условно можно разделить, примерно там 10%, может быть, трейдеров, которые только технический анализ используют, есть 10%, которые используют только фундаментальный анализ, и есть огромная группа трейдеров, которые используют комбинацию свою собственную из вариантов технического и фундаментального анализа. Вот когда новичок приходит, он говорит, а что лучше? Вот я хочу сказать так, что с чего-то надо начинать, с чего-то надо пробовать, но анализ настолько обширен, который применяется в трейдинге,
И поэтому каждый трейдер может просто про себя честно сказать, что он использует, к примеру, где-то там 50% в своем анализе он опирается на технический анализ и примерно 50% использует фундаментальный анализ. У меня вот лично такое вот соотношение, где-то 70 против 30. 30% на фундаментальный анализ, 70% на технический. Поэтому, как вы понимаете, у каждого свое. Есть кто-то больше использует фундаментальных данных с элементами технического анализа, кто-то наоборот. Ну, тут, как говорится, зависит от, как бы, желания, от, как бы, от собственных каких-то личных предпочтений. Поэтому говорить, плохо это или хорошо, использует фундаментальный анализ. Конечно, скажу, что нет. То есть в данном случае, как вам будет удобно, так и делайте. Но каждый трейдер использует свою собственную какую-то комбинацию, свои подходы для применения, для построения своего прогноза. В итоге, вот в результате анализа у нас должен получиться обязательно прогноз. Вот что мы сделаем сейчас, то действие, которое мы сделаем сейчас, чтобы это все-таки привело нас к результату того, который мы планируем, то есть получить прибыль. Соответственно, если говорить о термине анализ, то есть зачем он вообще нам нужен, дело в том, что анализ, скажем, технический, фундаментальный, это всегда анализ изучения каких-либо косвенных признаков. То есть дело в том, что если нам все уже видно, сформировалась та или иная тенденция, вот в ней мы заработать, к сожалению, ничего не сможем. Потому что это уже прошло. Вот прошлый график нам не дает никакой возможности заработать денег. То есть мы должны, вынуждены именно сейчас находить какие-то очень важные моменты, которые еще никто не видит, и принимать решения. Я снова повторю, что если вот даже любому из вас, там, ребенку сказать, скажем, а что вот здесь ты видишь, ну, любой ребенок скажет, что вот здесь надо было обязательно продать, а вот здесь надо было бы купить, да, закрыть сделку, и мы заработали бы прибыль. Все просто. Вот, но дело в том, что если бы было бы это все настолько элементарно и просто, то рынка просто бы не существовало. Но были такие пару моментов еще там, лет 10 назад, вот когда зарождение, можно было говорить, финансового рынка или такое вступление финансовых рынков в России происходило, это начало 2000-х годов. Ну, к примеру, вы знаете, там приходил папа домой, вот такой грустный, у него там ничего не получалось, он потерял денег на своем неправильном сделанном прогнозе. А дочка ему говорила: папа, ну какой же ты глупый, ну вот же все просто, вот здесь надо было купить, а вот здесь надо было продать. И вот ты бы заработал денег. Вот, представляете, как дети очень легко все это воспринимают, что вот здесь дешево купи, дорого продай. Что ж тут сложного-то? То есть вроде бы все элементарно и даже примитивно. На самом деле, конечно, здесь не все так просто, не все так примитивно, как нам кажется. Но цель любого трейдера, я бы сказал, да, это задача найти глобальную тенденцию и в нее, как бы, войти вовремя. То есть не всегда нам это удается, и поэтому скажу так, что технический анализ нужно изучать, и практическое применение, которое даст вам действительно финансовую отдачу, получится только где-то, наверное, через годика, через два, вот так вот. Опять же, многие думают, что я сейчас прослушаю курс там за 3 недели и начну делать деньги. Основную идею-то вы обязательно освоите, основную идею поймете, но вот практическое применение, учитывая вот эти все нюансы, с которыми столкнется трейдер, которые мы сегодня будем разбирать, вот это нужно будет обязательно пережить. То есть раньше, чем через 2 года, то есть, скажем, качественное применение технического анализа, то есть получение результатов положительных, ну, вряд ли будет. Я в этом, точнее говоря, так, результаты будут, но вначале они будут нестабильны. А вот более-менее стабильно начинается после 2 лет. Ну, это к вопросу о том, что можно ли быстро научиться. Итак, давайте немножко еще будем продолжать, все ближе к техническому анализу все-таки двигаться. Итак, что такое технический анализ? Ключевое слово, словосочетание я выделил. Это исследование или изучение косвенных причин, то есть в данном случае текущей динамики рынка и выявление там каких-то особых моментов, учитывая прошлое, именно с целью прогнозирования будущего направления движения цен. Вот завтра мы будем повторять часть этого семинара. В начале я хочу сказать сразу, почему я так вот долго раскачиваюсь. Вот
Я со временем, ну так как занимаюсь так или иначе обучением уже более 6 лет, и сталкиваюсь вот с теми, кто приходит обучиться, то есть получить базовые знания, у них в одно ухо влетает, из другого мгновенно вылетает вот это та мысль, которую я пытаюсь донести. То есть первую типичную ошибку, которую делают начинающие трейдеры, новички до 3 месяцев, от 0 до 3 месяцев, то есть они сразу пытаются сделать прогноз, вместо того, чтобы получить ответ на вопрос, а что сейчас происходит. Вот об этом я буду говорить и завтра, я говорю об этом уже там на протяжении многих лет. Новички, вот знаете, дойдет до вас до этой глубокой информации, наверное, вот как по правилу, через полгода, год, может быть, через 2 года. Итак, технический анализ как дисциплина – это исследование текущей динамики рынка на основе анализа изменения цен в прошлом. То есть наша задача понять, а что сейчас происходит. Вот на этом я бы вам рекомендовал в первую очередь сконцентрироваться, иначе применение технического анализа, практическое применение, будет затруднено. Многие новички, они вот прослушав курс, они сразу пытаются делать прогноз, куда пойдет, что надо сделать, и когда ничего не получается, они начинают очень сильно расстраиваться. Технический анализ не работает, вот такого рода критика начинается только из-за каких-то вот неправильных сделанных акцентов. Вот это я на этом делаю важнейший акцент. Итак, прогноз будущего. Мы можем построить какой-то прогноз будущего с какой-то долей вероятностью, можем построить, только оценив текущее состояние рынка, то есть зная, где мы находимся здесь сейчас. Ну, наверное, весь принцип трейдинга очень простой, он здесь вот виден: купить дешево, а продать какой-то товар дорого. Ну, тут ничего сложного в этом нет, это, наверное, 5000 лет уже существует принцип торговли. А почему так сложно принять решение для трейдера? И какую роль в этом играет технический анализ? Дело в том, что торги у нас ведутся непрерывно, без остановки, если говорить про валютный рынок, 24 часа в сутки. Если говорить о других рынках, товарных, фондовых, там тоже торговля ведется фактически тоже 24 часа в сутки. Конечно же, есть определенные торговые сессии, но суть-то одна и та же. Финансовые рынки в мире работают практически круглосуточно. И вот каждый раз, каждую конкретную секунду, вот я читаю семинар, у нас есть цена. И эта цена постоянно, ежесекундно изменяется. Задача технического анализа или трейдера всегда определиться, а вот эта текущая цена, я снова повторюсь, всегда текущая цена. Текущая. Потому что цена секунду назад нам бесполезна, то есть в качестве практического применения. То есть мы не можем войти в прошлое. То есть нам всегда важна текущая цена. И вот мы как раз-то и пытаемся с помощью технического анализа ответить на вопрос. А вот эта текущая цена, это все-таки низкая цена или все-таки более высокая, дорогая? То есть дешево или дорого в этот конкретный текущий момент? Будущее нам неизвестно, мы не можем сказать, вот дорого или дешево сейчас, потому что будущее неизвестно, нам известно только прошлое. И вот оценивая там, где находится цена текущая по отношению к ценам в прошлом, мы как раз и делаем для себя ответ. То есть дешевая, то есть низкая цена или все-таки дорогая. Мы можем оценить динамику этих цен в среднем. И, как догадаемся, можем сделать предположение, а возможно у нас и дальше продолжится это движение. То есть задача трейдера с помощью технического анализа ответить вот на этот вопрос, дешево или дорого. То есть задача вот отслеживать поведение цен и обнаружить момент зарождения тенденции, а дальше уже к ней присоединиться. Вот вся суть технического анализа. То есть как вы это будете делать? Вы можете даже создать свою какую-то собственную методику, свое учение, и оно, возможно, станет общепризнанным мировым. Но методов технического анализа, способов технического анализа, решающих вот эту задачу, очень большое количество. То есть, если говорить только про технические индикаторы, их там более 200. Если говорить про отдельные направления, которые выработались за там, уже последние 100 лет, их тоже там, серьезных направлений несколько. Поэтому вот каждый трейдер решает эту задачу
как-то самостоятельно. И вам придется делать то же самое. То есть положиться на кого-то и сказать, вот этот идеальный анализ, он умеет делать прекрасный анализ. Про какого-либо аналитика, трейдера вы, я думаю, к сожалению, не сможете. Но вот эта задача практическая. То есть если фундаментальный аналитик скажет, я считаю, что через полгода актив подорожает, вопрос, значит, купил ли он сейчас? Вот, если фундаментальный аналитик отвечает на этот вопрос. А трейдер, практикующий технический анализ, он более практичный, и поэтому он задается вопросом, а вот эта текущая цена в эту секунду, вот это низкая или высокая цена? То есть к вопросу, давайте уж вернемся, прямо вот сейчас, в эту же секунду, и понаблюдаем, вот что происходит здесь сейчас. Как видите, на рынке всегда возникает очень много различных ситуаций, и задача, в общем-то, наша, да, действительно определиться, к примеру, вот это была, скажем, низкая цена, а вот эта цена уже высокая, а вот это уже понижение. И задача, если мы купили вовремя, вовремя выйти из торговой позиции. То есть задача с помощью технического анализа оценивать, что происходит здесь сейчас, ну и, соответственно, задать себе самостоятельно вопрос, а вот эта цена какая? Она низкая или все-таки высокая? Будет ли расти или будет дальше падать? Вот и все, все, что нужно. А может быть, будет стоять на одном и том же месте? Вот какое практическое применение технического анализа. То есть не думайте там, что-то он какой-то волшебный, особый, нет. Вот решение именно этих простых, очень простых, элементарных задач. Не зная даже термина технического анализа, вы все равно об этом думаете именно в этом ключе. Так зачем нам технический анализ как дисциплина? Дело в том, что он помогает нам принимать решения и делает процесс системным и стандартизированным. То есть в данном случае мы не каждый раз думаем, а вдруг пойдет вверх, а вдруг пойдет вниз. То есть используя те или иные подходы, мы делаем стандартизированные выводы и на основе этих выводов выстраиваем свою торговую систему. Если вот говорить немножко, опять же, все-таки более широко, чтобы закрыть все вопросы, которые так или иначе связаны с видами технического анализа, я хочу сказать, что сегодня мы познакомимся с основами, с основой, то есть не весь технический и графический анализ освоим, а только с той частью, которая очень-очень практична и которую можно применять практически через 2 часа после данного семинара, если даже вы совсем ничего не знаете. Итак, виды технического анализа. Классический графический анализ, его идеология, принципы, вот цель нашего семинара. На основе этого метода развились уже начиная с 40-х годов прошлого столетия, где-то пик 80-е годы. Это математические методы, индикаторные методы тоже прекрасно себя зарекомендовали. Но, как понимаете, уметь применять обязательно нужно. Об этом будем говорить завтра и послезавтра. Целых 2 дня. Так что, если вас эта тема интересует, скажем, посмотрите сегодня в полглаза классические и графические методы, может, что-то для себя найдете. А вот математический индикатор, это уже будет завтра. На основе анализа классического, графического, еще появились другие методы. Методы анализа ценовых моделей. Это различного рода паттерны, то есть модели, так буквально и переводится, фракталы, свечной анализ и много-много видов, подвидов подобного вида анализа. Я могу даже сказать, что существует совершенно отдельный вид технического анализа, он называется price action, где торгуют трейдеры, не используя никакие индикаторы вообще, безиндикаторные методы анализа, так и называются. Там вот анализируются различного рода модели. 100 лет назад был из классического графического метода, или будем говорить, дополнение к классическим графическим методам, появилась еще теория волн Ральфа Эллиота. То есть такой анализ, который называется волновой. То есть волновой анализ, теория волн Ральфа Эллиота, пожалуйста, то есть у нас тоже есть преподаватели, которые на основе этого учения ведут свои семинары. Поэтому присоединяйтесь, смотрите, задавайте вопросы. Вопрос, в каком направлении вам нужно будет двигаться, вы определяете самостоятельно. Интересно, одно делаете, второе, третье, четвертое, пятое и так далее. Еще один важный момент, все-таки я хотел бы сказать, что подходы классические, графические, я рекомендую изучать обязательно и закреплять свои знания на практике, только после этого переходить на
торговлю с помощью индикаторов, различного рода моделей там, и так далее, и так далее. Вот обращаю ваше внимание, вот это моя личная точка зрения. Дело в том, что, опять же, исходя из того, что я последние 6 лет, так или иначе, занимаюсь еще и обучением, подсказываю, рассказываю, скажем, я замечаю одну очень интересную зависимость. Вот большинство, завтра об этом тоже расскажу, обязательно сделаю на этом акцент. Вот большинство трейдеров, новичков, делает следующие выводы. То есть я говорю, ребят, давайте вот классические графические методы освоим, научимся с помощью них торговать, а потом другое будем следующее добавлять. И вот это все очень быстро забывается, потому что математические индикаторные методы, они более интересны, они более технологичны, более современные, я бы так сказал. И поэтому трейдеры забывают вот про классику, то, что мы сегодня должны для себя обязательно в голове держать, и сразу переходят к индикаторным методам. Вот эту проблему я лично всегда встречаю. И еще раз повторю, мое мнение, вот можете записать под, как говорится, диктовку, переходить к другим методам анализа или к изучению других методов анализа я рекомендую только после изучения классических графических методов и хорошей состоявшейся практики, дающей вам результат. От этого метода вы не, как сказать, сможете развиваться в том направлении, куда вам захочется. Вот ошибку, которую делают новички, они просмотрели классические графические методы, вроде все ерунда, 2-3 раза попробовали свои силы в использовании этих методов и сразу переходят к индикаторам. Вот это вот первая проблема, которую я лично вижу у новичков, я ее тоже не избежал, я точно так же вот в 2000 году, в 99 году сделал те же самые ошибки. И самый неприятный момент, то, что вы застрянете в этой вот части примерно где-то вот годика на 2-3. Вот многие трейдеры и говорят, что мои, скажем, индикаторные методы начали приносить результаты после того, когда я от них временно отказался и начал все-таки вернуться к истокам, и только после этого начал применять индикаторные методы в комплексе с графическими. То есть вот такой вот, видите, возврат к истокам, он рано или поздно происходит. Поэтому я про себя просто скажу, это мой личный опыт и наблюдение вот за там, 6 лет. Мне казалось, что я говорю вроде бы, говорю вдумчиво, говорю с ответственностью, но знаете, вот в одно ухо влетело, из другого вылетело и все. И часто это бывает с большинством начинающих трейдеров. Опять же, и вопросов очень много задается, к примеру, во время проведения индикаторного анализа. То есть буквально вопросы звучат таким образом. Владимир, я слышал, что опытные трейдеры или высококвалифицированные трейдеры, профессиональные трейдеры используют графические методы. Так ли это? Я, конечно, скажу, да, так и есть. То есть вот хорошо торговать, используя классические графические методы, если вы сможете это делать, то ко всем остальным методам технического анализа вы уже будете относиться только с точки зрения полезно-не полезно. Вот такой вот момент я хотел бы отметить. Эта проблема, ну, по крайней мере, она очень часто встречается у большинства новичков. Об этом мы будем говорить завтра чаще, потому что там будет уже именно об этом разговор. Все-таки продолжаем тему. Итак, в чем суть технического анализа? Заработать, я подчеркну, заработать можно абсолютно на любом рынке. Главная задача, если вовремя мы распознаем тенденцию, тренд, и откроем позицию в направлении тренда, а затем вовремя закроем торговую позицию. Ключевые слова, как понимаете, вовремя распознать тенденцию. Дело в том, что чем раньше вы ее распознаете, тем больше будет ваша прибыль. Как вы понимаете, чем позже вы ее распознаете, вы меньше заработаете. И если третья ситуация случится, вы совсем опоздаете, придете не вовремя, в конце, вы вообще мало заработаете и, скорее всего, потеряете деньги. То есть задача трейдера – это распознание тенденций глобальных, моментах зарождения, моментах окончания. Вот весь технический анализ устроен вокруг, крутится вокруг слов «вовремя». Проблема у вас будет только одна. Вы будете мыслить абсолютно правильно и распознавать тенденцию сможете
Проблема будет только одна. Вы будете делать это либо слишком рано, это многие могут это подтвердить, кто попробовал свои силы, либо уж очень-очень поздно. Поэтому весь технический анализ, он как раз крутится вокруг слова распознания тенденций и своевременного распознания. Качественных точек входа в торговую позицию не бывает много по одной причине. Дело в том, что очень важный момент технического анализа, который как-то тоже упускается новичками, это всегда анализ глобальных тенденций. Глобальные тенденции оцениваются не на графике минутном, вот как я сейчас вот в данном случае рассматриваю ситуацию, а понятие глобальная тенденция идет, основываясь на таймфреймы день, неделя, может быть месяц. То есть в данном случае вот какие масштабы используются в техническом анализе. То есть если говорить, а можно ли применять на 5-минутном графике технический анализ? Можно и даже нужно. Но дело в том, что, как вы видите, скажем, много вот подобного рода ситуаций могут, возможно, будут перед вашими глазами проявляться, когда вы будете просто-напросто теряться. Вот если говорить о том, что где вы тенденцию более-менее устойчиво видите, вот на небольших фреймах, вот возьмем 15-минутный, 5-минутный, у вас будет очень много различного рода сбивающих факторов. А вот если я сейчас буду говорить, вот ту же самую картину будем рассматривать на все-таки более или менее глобальных трендах, мы можем видеть, вычленить достаточно устойчивые, сильные движения в том или ином направлении, которые как раз-то и нужны для большинства трейдеров, чтобы заработать успешно и достаточно безопасно. То есть задача, в общем-то, распознавать те или иные тенденции. Причем это справедливо абсолютно для любого рынка. Могу сказать, вот любую валютную пару берем, фрейм дневной и находим. Так, давайте-ка сейчас удалим, сейчас немножко ненужные нам картинки. Всегда разговор идет о глобальных тенденциях. Вот весь технический анализ, снова повторюсь, крутится вокруг определения, случайно ли это событие или не случайно. Вот события, которые двигают цены вверх или вниз, они фундаментальные. Вот в этом случае трейдеры могут использовать фундаментальный анализ для принятия решений, в каком направлении торговать. А технический анализ будет нам подсказывать, когда выгоднее нам принять то или иное решение. Поэтому глобальные тенденции, которые используются для определения тенденции, образуются не случайно внутри. Причина – это все-таки глобальные фундаментальные события, такие сдвигающие события серьезного масштаба, которые не заканчиваются за 1-2 дня. Они длятся, скажем, дни, месяцы, иногда даже годы. Дни, недели, месяцы и годы. Поэтому весь технический анализ строится на очень простом. Определи глобальную тенденцию и найди выгодную точку входа именно в рамках этой глобальной тенденции. Базовое правило любого трейдера – торгуйте в направлении глобальной тенденции, и будет вам счастье. Тренд – твой друг. Вот что говорится в трейдинге. Соответственно, давайте будем продолжать. То есть раз мы заработать можем только в рамках глобальных, серьезных глобальных тенденций, то давайте будем говорить и о тенденциях. То есть тренд, слово тенденция, слова синонимы. Еще один важный момент, который хотел бы отметить. Вот многие, скажем, задают вопрос у меня в рамках семинара или пытаются как бы сделать комментарий. Я это очень-очень сильно приветствую, то есть когда вы будете вставлять свои комментарии, мнения, я с чем-то соглашусь, может быть, с чем-то не соглашусь, может быть, задам вам какие-то наводящие вопросы, потому что ответ на ваш вопрос или на ваш комментарий может быть двояким. То есть вот в трейдинге часто случается такая ситуация, что невозможно ответить однозначно на вопрос, который задается, или однозначно на комментарий. Поэтому мне нужно делать отдельную вставку, разъясняющую этот момент. Так вот, в рамках, когда я начинаю говорить о трендах, о тенденциях, многие говорят, ну тренд это не тенденция. Я, вот, честно говоря, в этот момент становлюсь удивленным. В любой словарь, математический, статистический, тренд всегда трактуется как тенденция, глобальная основная тенденция. Но
бывает, скажем, мои коллеги или я там иногда веду семинар, мне нужно разделить, скажем, иногда терминологически не очень удобно объяснять, поэтому, да, где-то говорю, вот это выделяем в виде тренда, а вот это выделяем в виде тенденции. В рамках данного семинара это слова-синонимы. Для отдельных преподавателей вы уж там в этом семинаре уточняете, вот что он имеет под тем или иным термином. У меня это одно и то же. Тренд, тенденция – это основное направление движения цены. То есть тренд, ну, он очень-то легко определяется. Даже если задать ребенку вопрос, а что ты сейчас видишь, какая здесь у нас тенденция, куда цены двигаются? Ну, здесь он скажет, да никуда они не двигаются, они вот находятся вот в таком вот диапазоне. А если мы посмотрим в другой момент, здесь мы, может, увидим однозначно развивающуюся тенденцию. Вот она. А что мы потом увидим, если мы посмотрим на предыдущую ситуацию, то мы увидим тоже какую-то непонятную тенденцию, а может быть другую понятную. То есть вопрос – это всегда вопрос, что мы сейчас видим, это вопрос, как говорится, субъективный. Один трейдер видит восходящую тенденцию, а кто-то может сказать, а я здесь не вижу здесь, я вижу здесь боковую тенденцию. То есть вопрос, видите, определение тенденции, он всегда в данном случае в классическом графическом анализе, исходя из ситуации, он, в общем-то, всегда двоякий. То есть кто-то видит тенденцию, а кто-то эту тенденцию не видит. Кто-то скажет, я вижу здесь тенденцию, а в целом, может быть, ее и нет. То есть, видите, все относительно в техническом анализе. И на этот вопрос вы должны искать ответ исключительно самостоятельно. То есть два трейдера могут глядеть на одну и ту же картинку и очень серьезно иметь разные мнения по тому, куда развивается тенденция. Об этом сейчас поговорим. Итак, заработать мы можем, купив дешево, продав дорого. Соответственно, мы должны сразу понять, любой из вас, кто уже попробовал делать, купить дешево, продать дорого, наверное, со мной согласится. Наблюдаемая тенденция, какую бы мы ни смотрели, она не прямолинейная. Да? В каком-то направлении не развивалась тенденция, она далека от идеальной прямой линии. Следующее. Есть то движение, которое формирует эту тенденцию. Ну, опять же, в волнах Элиота, в теории волновой, эта ситуация называется как импульс. Многие трейдеры называют такую ситуацию моментум, тоже импульсное движение, основное движение или как двигающее движение. Да, вот основное движение – импульс. Оно легко определяется. То есть в данном случае вы можете увидеть какие-то определенные моменты, которые действительно формируют однозначную направленность той или иной тенденции. То есть это не обязательно одно движение, это может быть серия с как бы серия соединенных движений, но сформирующих ту или иную действительно импульсную волну. Может быть ситуация, которую вы не знаете, как интерпретировать. Вот, к примеру, возьмем вот этот момент. Я даже сейчас прямо говорю, что не зная, скажем, технического анализа, не применяя его, не умея применять, то есть вы можете сказать, а я здесь вообще не понимаю, что здесь происходит. Вроде бы растет, вроде бы падает, вроде бы цены находятся в каком-то непонятном диапазоне. Есть у любого тренда момент отката, коррекция, это противоход к импульсному движению. Есть ускорение, это тоже очень легко обнаружить, и замедление, консолидация, то есть согласие, как бы покупатели с продавцами не готовы активно двигать курс в том или ином направлении. То есть одни не готовы, к примеру, покупать, другие не готовы продавать активно, и курс находится в нейтральном положении. То есть консолидация, согласие. Итак, чтобы нам все-таки поближе быть уже к практике технического анализа, я хотел бы сказать, что тренд – это устойчивое состояние рынка. Он всегда под в себе имеет какую-либо серьезную фундаментальную составляющую, она, естественно, видна. Эти факторы действуют не один день, то есть известны абсолютно все. Но визуально мы можем выделить тенденцию восходящую, можем выделить однозначно тенденцию нисходящую и можем сказать еще одно состояние рынка, когда не можем сказать, куда развивается цена. То ли вверх, то ли вниз. То есть, если вы не можете сказать, что сейчас происходит,
Я вам рекомендую, с практической точки зрения, скажите, я ничего не понимаю, что сейчас происходит. Вот сейчас я вижу нейтральную боковую тенденцию. Такая тенденция называется боковая, нейтральная тенденция, то есть нет развития ни вверх, ни вниз. То есть бывают очень широкие колебания, такой широкий диапазон, в рамках которого формируются тенденции вверх и вниз. Но суть его, к примеру, даже наблюдаема, можем сказать, что это вот нейтральная ситуация. Ну вот формально вот этот целый год мы можем сказать, что вот эта вся ситуация нейтральна, но в этой даже нейтральной ситуации, коридор, диапазон, у нас есть тренды. То есть они наблюдаемы, если мы можем их вычленить, можем, конечно же, на этом, естественно, заработать. Ситуация боковая тенденция – это вот ситуация, где нет явного движения вверх или вниз, не бывает идеальных боковых тенденций. То есть всегда у нас бывают какими-то заскоками, но вот, наверное, скажете, я здесь тоже не знаю, что происходит. Где-то вы можете увидеть новый импульс, может быть, увидите даже импульс, практически сразу переходящий в какое-то обратное коррекционное движение. Как видите, одно переходит в другое, эти состояния меняют друг друга. И надо понять, что все-таки эти состояния друг друга вот таким вот образом перекрывают. То есть мы не можем сказать, когда началась, закончилась та или иная тенденция. Фактически, вот уже самое главное, как бы самый сок, суть данного семинара. Весь технический анализ сделан для того, чтобы определить момент зарождения той или иной тенденции, исходя из текущей, и принять своевременно правильное решение. То есть, если мы наблюдаем восходящую тенденцию, обнаружив момент замедления этой тенденции, нужно выходить из позиции, фиксировать результат. Эта тенденция боковая может продолжиться, если мы предполагаем дальнейшее удержание позиции. Мы можем либо заново открыть позицию, либо не закрывать ее в рамках боковой. Но если тенденция развернется, наша задача точно уже фиксировать результат и выйти из сделки. И поэтому получается очень простой вывод. То есть та тенденция, которая нами наблюдаема, это текущая тенденция. И мы должны знать, что именно из этой тенденции появится что-то новенькое. Поэтому задача всего анализа – это определение моментов изменения состояния рынка. То есть увидели, что тенденция была, и вот появляются признаки окончания, мы выходим из торговой позиции. Видим, что у нас сформировалась боковая тенденция, ждем какого-то развития этой тенденции и принимаем решение, к примеру, продажа. Либо, наоборот, вверх, если это движение, то, наоборот, покупка. Вопрос именно вот в очень простом ответе, что сейчас происходит и где эта ситуация будет изменяться. Чтобы показать на схеме, как это все выделяется, вычленяется, вот то движение, которое мы наблюдаем в рамках однозначно определяемой тенденции, называется такого рода движение импульсное движение. Соответственно, можем обнаружить совокупность импульсов, которые происходят, как правило, на вершинах восходящих тенденций или на дне нисходящих тенденций. То есть это очень хороший признак ближайшей коррекции либо разворота тенденций. Можем обнаружить откат. Откат – это противодействие импульсу. Откат не бывает идеальным, я снова сказал бы, что многое можно увидеть в этом откате, то есть, но откаты бывают совершенно различными по форме, не бывают идеальными, и бывают ситуации, когда этот откат не выглядит как коррекция, то есть не противодействие предыдущему движению, а как цены располагаются на одном и том же уровне. Это и есть как раз консолидация. То есть такая боковая тенденция. Восходящая тенденция. Как ее определить? Вот в техническом анализе понятно, что рынок бывает уж очень-очень-очень непредсказуемый. Представим себе, три трейдера сидят и смотрят на график. Вот они видят ситуацию именно здесь и сейчас. То есть они не могут посмотреть будущее, они видят только прошлое, но они вынуждены оперировать этим настоящим.
И вот три трейдера, глядя на один и тот же график, могут высказать три своих мнения. Первый скажет: я считаю, что это тенденция восходящая, потому что текущая цена выше, чем вот цена в прошлом. Второй трейдер: я считаю, что текущая ситуация нейтральна, потому что у нас, в общем-то, не происходит никакого движения. Скорее всего, цена находится где-то вот примерно посередке. И поэтому нет никакого у нас роста, у нас типичная боковая тенденция. А третий трейдер скажет: наоборот, я считаю, что здесь у нас сейчас по факту нисходящая тенденция. Кто вот из этих трейдеров прав? Для технического анализа выработано очень простое правило. То есть, если вы наблюдаете ситуацию и видите следующее. В той ситуации, в которой есть обязательные условия, каждый минимум локальный выше предыдущего, и при этом каждый максимум выше предыдущего, вот как здесь. Если мы эту ситуацию можем описать простой линией, такая ситуация будет называться восходящей тенденцией. Все цены, находящиеся над уровнем поддержки или линии поддержки, это все восходящие тенденции. То есть мы не обращаем внимания на какие-то, может быть, откатики. Мы главное говорим только об одном. Вот это все восходящая тенденция. Поэтому, если этот сценарий нарушается, вот как здесь сейчас, то есть происходит пробой линии поддержки, и цены начинают здесь что-то отдельное вырисовывать, то есть совершаются сделки, мы должны просто себе констатировать факт. Вот эта восходящая тенденция вот в этот момент уже закончилась. Что будет дальше, нам пока неизвестно. Мы просто констатируем факт. Вот это сейчас восходящая тенденция закончилась. Может быть, будет нисходящая тенденция, может быть, она будет развиваться в рамках боковой, но констатировать факт окончания восходящей тенденции мы просто для себя обязаны. Соответственно, нисходящая тенденция – это та тенденция, которую мы можем выделить тоже по основному сценарию, который описывается следующим. Каждый максимум локальный должен быть ниже предыдущего, каждый минимум должен обновлять свой абсолютный минимум, он должен быть ниже предыдущего. Итак, что формирует подобного рода тенденцию? Продажи. Если у нас тенденция наблюдается и она направлена вниз, это говорит о том, что кого здесь больше? Здесь больше продавцов. Они между собой конкурируют, их по количеству больше, они продают. То есть они устанавливают все более и более низкие цены. А покупатели, соответственно, по этим более низким ценам совершают сделки. Для чего нам эта трендовая линия нужна? То есть в данном случае трендовая линия называется линия сопротивления, она выполняет одну очень важную роль. Если у нас произойдет пробой линии либо поддержки, либо сопротивления, это говорит только об одном, что неважно какая здесь, никакой уровень продаж, ну по сумме имеется в виду, покупатели переломили эти продажи. То есть мы видим, что пробой линии поддержки или линии сопротивления – это характеристика того, что на рынок пришли какие-то деньги, или они просто лежали там в кубышке, в стороне. То есть кто-то решил переломить тенденцию. То есть любой перелом тенденции – это хотя бы временный сигнал о том, что силы-то переходят от покупателям к продавцам. Или от продавцов к покупателям, как здесь. То есть продавцы продавали, а тут раз их переломили. То есть, возможно, это будет отправной точкой для разворота тенденции. Возможно, это будет временный заскок, и продавцы продолжат свое давление. Но наблюдая за пробоем линии поддержки или линии сопротивления, мы как раз и делаем вот такого рода выводы. Чья берет? Наши или не наши? Вопрос только какую сторону вы занимаете. То есть если вы продавец, то для вас покупатели будут враги. Если вы наоборот покупатель, для вас это очень серьезная подсказка о том, что вот тенденция изменяется. На рынке может быть такая ситуация, когда цены будут находиться между какими-то двумя уровнями поддержки и сопротивления, сверху уровень сопротивления, снизу уровень поддержки.
То есть такая типичная консолидация боковая. Тенденция, боковая тенденция, флэт, плоскость, коридор, рейндж. Это вот слова-синонимы, которые характеризуют подобного рода ситуацию. Очень просто. То есть, если вам непонятно, что сейчас происходит, берите ситуацию как за боковую. То есть, фактически вы можете упростить себе восприятие рынка, особенно на первоначальном этапе. Если вы не можете сказать, что происходит, вот, берите это все за боковую тенденцию. То есть, если вы видите однозначно, скажем, нисходящую тенденцию, то берите ее как за тренд вниз или тренд вверх. Вот обратите внимание, таким вот образом по касательным значимым вершинам я прицепил. Давайте вот возьмем таким вот образом. И вот фактически трейдер может совершенно спокойно ориентироваться на эту линию. Видите, по трем, наверное, точкам касательным я провел. И для меня вот это все нисходящая тенденция. Где-то даже я увижу момент ее ускорения, обратите внимание. Где-то я увижу момент ее, видите, перелома, замедления. Где-то увижу продолжение. Давайте будем так вот делать. Где-то я увижу продолжение этой тенденции. Фактически я буду достраивать новые трендовые линии, исходя из общей картины, которую наблюдаю. Но где-то обязательно я увижу момент окончания тенденции. Давайте, допустим, говорить будем вот. А потом что-то у нас будет происходить, и как-то ситуация будет изменяться уже не в рамках нисходящей тенденции, вот как сейчас это сделаю, а в какой-то другой формации. То есть, как вы понимаете, то есть вот то, что мы сейчас и наблюдаем. Вот если говорить о практическом применении, я хочу сказать, что вот 2014 год это был очень хороший год для трендового применения технического анализа, и то количество трейдеров, ставших, будем говорить, миллионерами, или хорошо заработавших на этой тенденции, ну вот оно просто огромнейшее. То есть сейчас вот, к сожалению, видите, на рынке мы не видим устойчивого движения в том или ином направлении, постоянно у нас какие-то микротенденции возникают, но глобальных серьезных тенденций, к сожалению, сейчас нет. Вот я так сказал бы так, что торговать сейчас трендово, то есть занять позицию и держать ее несколько месяцев в одном направлении, это тяжеловато, просто тяжеловато. Поехали дальше. Если вопросы есть, пишите вопросы в чат, я продолжаю. Если говорить о боковой тенденции, то я хотел бы сказать, что она не идеальна. Вот если говорить классически, я бы, конечно, взял бы, начертил вот такую подобного рода картинку и сказал: ребята, вот вам боковая тенденция. А попробуйте вот здесь вы вычленить какую-то однозначно идеальную тенденцию. Не получится. Сразу скажу, что любая тенденция, переходящая там, в боковую, и классические идеальные боковые тенденции, фактически вы не увидите. То есть вы увидите нечто подобное, вот какое-то развитие событий с элементами, к примеру, с небольшими какими-то элементами боковых тенденций. То есть чаще будет именно так. То есть классических боковых тенденций, давайте снова повторю, в общем-то вы никогда нигде не увидите. То есть будут какие-то заскоки. Вопрос, какой уровень вам для себя взять, это уже будет уже дело лично каждого. Обращаю ваше внимание, что вот, да, будет примерно подобного рода ситуация развиваться для вас. То есть не надо думать, что будет как на картинке идеально. Все будет сложно, непросто, но самое приятное. То есть если у нас есть тенденция, то у нее есть некий средний уровень цен, вокруг которого все колеблется. Будут обязательно проколы. Краткосрочный выход тенденции за пределы тех или иных уровней. И это как раз будет хорошей подсказкой о силе текущей тенденции. То есть, если мы видим устойчивую боковую тенденцию, сидим, смотрим и для себя думаем, а что является причиной, во-первых, формирования этой тенденции? Это предыдущая тенденция, которая окончилась, или, может быть, наоборот, зарождение или подготовка к новой импульсной ситуации. Фактически все, что вот чертится, обычно будет представлять вот подобного рода ситуацию. То есть
импульсное движение и какая-то консолидация, коррекция после этого импульса. Новый импульс, новая консолидация, новая коррекция. Новый импульс, новая консолидация. То есть фактически у нас получается, глядя на любую картинку, на любой тренд, я снова повторюсь, что где-то вы увидите боковые тенденции, где-то вы увидите даже в рамках восходящих тенденций коррекции, откаты от основных движений. Но вот просто, я снова повторюсь, что так уж совсем просто здесь не будет. Здесь постоянно происходит какого-либо рода изменения, и нам придется смотреть на этот вот, на эту ситуацию более, как говорится, с высоты, больше с высоты, нежели каждую ситуацию рассматривать исключительно отдельно. Нисходящая тенденция то же самое. Нисходящая тенденция, в рамках них мы будем видеть те или иные импульсы, будем видеть консолидации, коррекции, продолжение тенденции, откаты. В общем-то, весь спектр движений, которые мы будем видеть, они уже сейчас видны и, наверное, вам понятно. То есть об этом мы уже сегодня поговорили. Если говорить о том, а как работать, задача любого трейдера, использующего классические методы, это вычленить глобальную тенденцию, то есть мы вычленяем ее либо по линиям поддержки, либо сопротивления и работаем относительно этой тенденции. Опасность только одна. Если мы видим эту тенденцию, то более вероятно в ближайшее время вот такая картина. То есть, если тенденция уже видна, то, скорее всего, либо заработаете мало, либо просто ваша позиция перейдет в состояние боковой, и вы не будете зарабатывать. То есть, увидев эту ситуацию, вы увидите, что где-то, да, произошло замедление, и, значит, из этого нейтрального бокового состояния рынок какое-то новое импульсное движение сделает. И вот мы к нему, к примеру, присоединимся. Тенденция опять закончится, то есть когда закончится, я не знаю, там через день, через два, может быть, через неделю, но она закончится, и из этой же тенденции что-то будет новое. То есть если произойдет разворот тенденции, мы обязательно видим пробой уровня поддержки или уровня сопротивления из боковой тенденции, и тенденция сформируется в обратную сторону. Вот, к примеру, у нас здесь пошли продажи, но весь сценарий будет тот же самый. То есть мы в этом случае уже будем опираться не на поддержку, а на сопротивление тенденции. То есть в данном случае вычленяем глобальную тенденцию. Задача дождаться замедления и войти вовремя по направлению этой тенденции. Задачка, в общем-то, очень достаточно простая, требующая усидчивости, терпеливости. И, наверное, многие, кто попробовал свои силы уже в практическом применении технического анализа, наверное, поняли, что проблема-то у вас заключается не в определении этой тенденции, вот, которая сейчас наблюдается, а просто-напросто в преждевременном открытии торговой позиции с фантазиями, а вдруг оно развернется. Вот проблема у большинства будет связана именно с этим. Давайте вернемся сюда. Вот возьмем валютную пару евро-доллар. Обращаю ваше внимание, мы находимся здесь сейчас. То есть вам, кстати, рекомендую, если вы не имеете еще хорошей практики применения технического анализа, я рекомендую вам использовать линейный график, он попроще. Вот что мы здесь сейчас увидим. То есть, если говорить о текущем состоянии рынка, то я бы сказал, вот это у нас устойчивая нисходящая тенденция. Она, конечно, краткосрочная, в масштабе несколько там дней. Что у нас было? До этого был импульс, возможно, в рамках разворотной тенденции. Что мы здесь можем увидеть? Ну, кто-то увидит вот боковую тенденцию, из которой как раз и произошло вот это серьезнейшее, я бы сказал, импульсное движение. Оно не закончилось за один день. Давайте посмотрим сейчас. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь дней. Я даже не беру вот это движение. 7 дней движения, то есть 10, практически 2 недели почти, да, уже будем говорить. У нас состоялось движение практически в одном направлении, с одной маленькой коррекцией. А вот это движение, давайте посмотрим, вот оно у нас было, если мы его сейчас наблюдаем. Таким вот образом. Где у нас
сформировалась нисходящая тенденция. Вот она. Давайте посмотрим, сколько дней у нас эта тенденция существует. Вот эту мы свечу специально сейчас даже брать не будем, ее уберем из этого расчета. И посмотрим, а дальше у нас пошло ли это движение развиваться в направлении вниз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Две недели даже больше у нас движение в одном направлении. То есть, если вот сейчас возьмем для себя какую-то там ключевую точку, опять же построим трендовую линию, вот таким образом она у меня получится. Но я снова повторюсь, что вопрос это всегда построение трендовых линий. Вопрос субъективный. Один трейдер будет строить по теням, другой трейдер будет строить по ценам закрытия, открытия. Вопрос, какие цены вы будете брать, это дело лично ваше. Вот можно таким образом построить трендовую линию, это тоже будет считаться нормально. К вопросу о том, как правильно строить, вот ответа на это, наверное, однозначного ответа нет. Ну что вот мы видим? Вот боковая тенденция, вот однозначное движение в одну сторону, вот однозначно движение в другую сторону. И как понимаете, мы можем даже их вычленять, то есть от того момента, где они начались, даже если мы проворонили начало того или иного движения. Практическое применение понятно, тут ничего такого сложного нет. Итак, давайте сделаем следующее. У нас сейчас время 12.06, я чуть-чуть задержался, там больше лирически отвечал на... Тут лирически подходил к нашему семинару, то есть более размыто, более философски начинал. Давайте сделаем так. Сейчас сделаем 4 минуты перерыва, 12.06 время. Если у вас есть вопросы, можете написать вопросы в чат. Любые вопросы, снова подчеркну, желательно, конечно, чтобы по теме данного семинара. Ровно в 12.10 мы продолжим, пока кофе, чай там и так далее. Перерыв.
Продолжаем семинар. Еще раз. Уважаемые участники семинара, я так понимаю, все вопросы понятны, которые я поднял в части объяснения, вот для чего нужен технический анализ, как он работает, его философия. Ну, поставьте плюсик, если слышите ли вы меня, на всякий случай, еще разочек. Все настолько застенчивые и скромные, что вопросов, наверное, вроде бы у вас не возникает. Продолжаю в таком случае. Все-таки хорошо бы, если бы что-нибудь задали в части уточнений каких-нибудь, может, что-то было непонятно. Итак, продолжаем. Вот теперь самое важное, следующая получасовка, это то, что лежит в основе технического анализа. То есть зачем он вообще был нужен, как он был придуман и вообще как он развивается. Его эволюция, то есть закончена ли эволюция технического анализа. Вот начну с того, что для применения технического анализа нужно понять его философию. Философия – это общие законы, общие принципы, то, что лежит в основе данного анализа и почему оно применяется так, а не по-другому. В основе технического анализа лежит теория Доу-Джонса. Я думаю, любой из вас легко может найти эту информацию в сети интернет. Давайте-ка уж что-то такое надо здесь. В сети интернет теория Доу. Таким вот образом. Теория Доу-Джонса. Найти можно информацию много про самого Чарльза Доу. Я хотел бы сегодня поговорить об этих шести постулатах. После этого семинара, я думаю, вы самостоятельно поищете. О личности господин Доу я рассказывать сейчас не буду. Просто скажу, что он не был финансистом, не торговал вообще ни в коем случае. Не был связан с финансовым рынком напрямую, он был журналистом, главным редактором Wall Street Journal. Человек был наблюдательный и сделал очень интересные выводы. В виде учения, вот теория это в данном случае еще может быть, как перевести теорию не как, скажем, свод каких-то правил, а как учение Доу Джонса. В общем-то, первый человек, который, в общем-то, подошел к анализу рынка количественно, то есть вот с точки зрения той статистики, которую мы просто-напросто наблюдаем в виде цен, да, в виде графика. Теория Доу-Джонса описывает поведение цен во времени, именно количественно, с точки зрения цифр, вот количественное понятие, это понятие цифровое. Метод Доу-Джонса впервые появился в 1896 году, получается конец 19-го, начало 20 века. И что сделал Доу-Джонс такого знаменитого? Во-первых, до него никто не пытался как бы общими словами, общими законами описать движение цен на рынке. Валютного рынка в тот момент не существовало, фондовый рынок. Доу-Джонс проводил исследования, записывал окончание торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже, записывал цены в блокнотик, потом цены акций он сводил, это цены акций, да, он отслеживал, взял несколько акций, начал их отслеживать, собирал цены закрытия, суммировал, делил на количество исследованных акций и получал одно значение, которое он назвал индекс, или средняя цена определяет общее движение. Изучая цены по закрытиям торгов по акциям, Доу Джонс пришел к выводу, что можно количественно описать поведение рынка, то есть с позиции цифр, куда двигаются в целом рынки. И это, естественно, связано с фундаментальной составляющей, и цены акций отображают фундаментальное состояние экономики. То есть в виде цифр, я снова повторю. Акции не растут одновременно в одном и том же направлении. Что-то раньше, что-то там, скажем, позже, что-то растет равномерно. Но вот не обращая внимания на одно поведение одной-двух акций, мы оцениваем рынок в целом, и мы получаем общее представление о направленности тенденции. То есть куда глобально двигаются деньги, вверх или вниз.
Самое интересное то, что в экономике обязательно наступает пик роста для этой экономики, то есть бывает переработка, переразогрев или переразгон экономики наступает, замедление экономического роста, депрессия, кризис финансовый, и курсы акций это то же самое подтверждают. То есть вследствие с депрессией в экономике акции начинают падать, потому что компании зарабатывают меньше прибыли, меньше платят дивидендов, у кого-то вообще убытки возникают. Как вы понимаете, задача трейдера, который использует технический анализ, обнаружить перелом тенденции. То есть вот задача. То есть мы не оцениваем одну акцию, мы оцениваем рынок в целом. Но в первую очередь на этом была построена теория Доу-Джонса. Идея теории Доу-Джонса глобальная. Это найти вот этот пик тенденции, после чего, к примеру, только работать от продажи. А до этой, до окончания тенденции работаем только от покупки. Вот в чем суть, как говорится, этой теории? Не принципиально, где вы будете, не обязательно искать самую вершину этой тенденции. Дело в том, что если тенденция направлена в том или ином направлении, она не закончится даже за два дня. Вот то, что мы даже в ближайшее время, последние дни смотрели, 15 дней в одном направлении, там 7 дней в другом направлении развивалась тенденция. Ну как бы это из этих 7 дней, ну неужели вы там 3 дня там, не выберете для того, чтобы заработать в рамках глобальной тенденции? Да, это вот я как раз рекомендую. Это очень тяжело, особенно когда трейдер перешел к индикаторным методам анализа, возвращаться к истокам, это будет тяжеловато. Но я скажу так, вот именно у всех трейдеров происходит такое некое перерождение, более глубокое понимание, и тут вот после этого становится все на рынке более-менее понятно. До этого растет, падает, не понимая, что происходит. Несколько постулатов, которые Доу Джонс выделил, я сейчас их скажу, вернее, они вам переведены перед вами. Движение рынка учитывает абсолютно все. В цене заложено абсолютно все. И не только экономические факторы. Я вот как раз хочу сказать именно этим. Это цены двигаются направленно. Вверх, вниз, вбок. История повторяется. На этом как раз и держится технический анализ. То есть раз у нас все повторяется, тенденции меняют друг друга, значит можно это использовать в своих корыстных интересах. Итак, все 6 постулатов, сейчас я их расскажу, прочитаю, а потом про каждый немножечко расскажу более подробно. Это легко найти, я снова повторюсь, что тут ничего такого волшебного-то и нет. Вот вам, пожалуйста, 6 постулатов теории, в любом учебнике по техническому анализу это есть. На этом делается акцент, изучите, но все как бы это проскальзывают. Индексы, цены учитывают все. Каждый первичный тренд имеет 3 фазы – накопление, участие, реализация. Первичный тренд имеет тенденции – долгосрочную, среднесрочную, краткосрочную. Индексы должны подтверждать друг друга, тренд должен подтверждаться объемом, тренд действует до тех пор, пока не даст сигнал о развороте. Есть ряд постулатов, которые очень-очень нужны нам для понимания технического анализа. Есть что-то менее важное, то есть вот пункт 5 я пролистаю, сейчас просто на нем расскажу так, как бы в контексте. Первое, теперь очень важная информация, цена учитывает все. Обращаю ваше внимание, вы будете видеть на рынке два состояния, либо тренд есть, либо тренда нет. Вот к примеру, если вот такого рода ситуация нам видна, что, о чем она нам говорит? Она говорит, что здесь есть и покупатели, и продавцы, но они действуют активно. То есть у нас есть в каждой отдельной точке и покупатель, и продавец. Один купил, другой продал. И здесь в этой точке тоже будет и покупатель, и продавец. И здесь то же самое. То есть во всех этих точках, в каждой отдельной точке, будет и покупатель, и продавец. Характеристика боковой тенденции говорит о том, что у нас здесь... Во-первых, мало того, что есть согласие между покупателями и продавцами, но если у нас не будет никаких экономических новостей, влияющих на эту расстановку сил, рынок начнет останавливаться в своих движениях. Почему?
Да потому что вот в каждой отдельной ситуации у нас обязательно есть участники, которые потеряли деньги. То есть кто-то дорого купил, а кто-то здесь дешево продал. Здесь может быть нейтральная ситуация. Как вы понимаете, те люди, которые вот в этой ситуации теряют деньги, они будут что? Просто отходить в сторону и будут ждать развития ситуации. То есть формально, если говорить, на рынке нет никаких новостей и все стабильно, надежно, рынок будет стремиться к равновесной цене. Вот такая ситуация характерна для всех рынков, будем говорить, для всех базаров, сельскохозяйственные рынки. Ну вот вы пойдете картошку покупать на рынок. Сегодня, завтра, послезавтра и в субботу вам будет предложена одна и та же цена за товар. Я буду говорить про картошку, морковь, там, свеклу, капусту. Как вы понимаете, цены будут изменяться на этом рынке, но буквально через немногое время, недолгое время. То есть у нас запасы подкончатся, изменится ситуация, свежего урожая нет, и картошечка у нас подорожает. Уже где-то к концу марта, к началу апреля она будет дороже. То есть это вот фундаментальная составляющая. А вот если говорить о рынке здесь и сейчас, у нас рынок находится в нейтральном состоянии, и у нас есть предпосылки к тому, что рынок будет останавливаться, если никаких новостей, влияющих на изменение цен, не будет. Но на рынок поступают новости, они оказывают влияние, и расстановка сил меняется. Они дают приоритет покупателям или продавцам. Естественно, рынок меняет свое направление. Формируется тенденция. Когда эта тенденция выравнивается, у нас опять происходит замедление тенденции. То есть, ну, остановка тенденции опять в состоянии flat. То есть, боковая тенденция flat, импульс снова flat. Что двинуло цены? Ситуация фундаментальная, какая-то новость, которая двинула цены. Вот у меня такой классический пример есть из своего дневника, когда за 40 минут, это редкая ситуация, 200 пунктов, это в четырехзначной системе огромнейшее движение, 7 ноября 2013 года. Европейский центральный банк понизил процентную ставку. Обратите внимание, вот до озвучивания этой процентной ставки рынок находился в состоянии нейтрального бокового движения, то есть ни рос, ни падал, а потом бах, и событие произошло. Предыдущее значение было 0,5%, прогнозировалось, что останется то же самое значение, но центральный банк взял да поменял процентную ставку. Вот если говорить, что двигает цены, это, конечно, все факторы, которые могут оказать влияние. Но один из важнейших участников, конечно же, центральный банк, в данном случае европейский. 14 часов 45 минут и движение произошло. Поэтому трейдеры, которые используют технический анализ, они, конечно же, смотрят и на фундаментальные факторы. Потому что мало ли какое событие произойдет, нужно обязательно будет успеть на него отреагировать. Если произошло серьезное изменение, задача трейдера, если мы видим, был флэт, присоединиться к движению. Следующее. Теория Доу-Джонса все-таки говорит о том, что мы здесь видим несколько тенденций, то есть тенденцию накопления активов, тенденцию развития и реализации. Вот в рамках этой теории обратите внимание, что каждый из нас может определить ту или иную тенденцию, скажем, восходящая там или нисходящая. Почему все-таки частный трейдер не получит никакой выгоды вот от поиска самой низкой цены или от поиска самой высокой цены. Ну, то есть, чтобы здесь купить, а здесь вот продать. Почему такого преимущества частный трейдер не получает? Дело в том, что вот эти три фазы, особенно начальная, она очень, очень тяжело прогнозируема. Почему? Ну, вот сейчас вы видите, к примеру, нисходящую тенденцию. Она однозначно нисходящая. И вот мы увидели изменение этой тенденции вот в такой вот, в таком вот формате. Как вы понимаете, на рынке не бывает идеальных картинок, как вот в данном случае я, может быть, мог бы нарисовать. Вот так оно будет в жизни примерно.
Вот глядя на эту картину, если задаться вопросом, а что сейчас происходит, все-таки движение вниз или движение вверх, большинство трейдеров честно отвечают самому себе, непонятно. Надо посмотреть за тем, как будут развиваться события. Но вот именно поэтому подобного рода ситуации, они благоволят трейдерам, профессионалам. И это, конечно, не обязательно трейдер-профессионал, там, работающий на самого себя, это может институциональные инвесторы, банки, инвесткомпании, которые формируют свой портфель долгосрочных вложений не с целью распродать через 2-3 дня. Вот обращаю ваше внимание, что если мы сейчас это все-таки тенденцию оценим, что она у нас восходящая, и будем считать, что вот все, что выше этой линии поддержки, это будет наша восходящая тенденция, то, наблюдая за этой ситуацией, мы можем увидеть, как появляются новые моменты, позволяющие трейдерам присоединиться к движению. То есть, если вы войдете сейчас, вы вот это уже пропустили. То есть, получается, кто раньше распознал тенденцию, тот больше всех и заработал. То есть, нужна определенная смелость для принятия решения в том или ином направлении. Торговли в том или ином направлении. Как вы понимаете, те, кто живет старыми данными, надо продавать, они получат убытки. То есть элемент везения, элемент мастерства здесь, конечно, присутствует. Обращаю ваше внимание, вот если я сейчас задам вам вопрос, ребята, а сейчас что вы видите? Сейчас любой, наверное, даже новичок скажет, но это однозначная тенденция, надо покупать. Раз эта ситуация видна для всех, как раз и происходит последняя фаза, фаза реализации. Очень большой спрос, сверхспрос, раз все это видят, как раз-то так и реализуется. Поэтому первая фаза, фаза накопления, частный трейдер, если он сюда и попадает, то очень случайно, либо в результате везения, как правило, либо не высиживает вот в этой ситуации. Слишком уж здесь сложно все для принятия решения. А вот эта фаза, она уже такая понятная, здесь как раз большинство профессиональных трейдеров присоединяется. А вот эта фаза, это как раз фаза реализации, куда присоединяются частные трейдеры, отстающие, опаздывающие, ну, в общем, толпа. Вы слышали, наверное, толпа всегда проигрывает. Вот именно поэтому они и проигрывают. То есть в данном случае, когда тенденция уже явно видна, то есть мы попадаем в какую-то откат, коррекцию или разворот. Но опять же подчеркну, что это я не из головы взял, там, начертил эти картинки, снова повторюсь, что в жизни все будет вот так, как у меня здесь, в общем-то, на обычном графике, который мы можем наблюдать. Следующее. Теперь вот этот слайд, кто собирается посмотреть завтрашний курс, я рекомендую вот этот слайд обязательно запомните, потому что я о нем обязательно спрошу. И тоже постулат Доу Джонса имеет очень важное значение. Каждый тренд долгосрочный, первичный, это значит годовой тренд, имеет несколько тенденций. Тенденция долгосрочная, это та тенденция, которая развивается в рамках основной вот глобальной тенденции. Вот сюда это попасть, это сложно, снова повторюсь, у новичков это плохо получается, очень плохо получается, но тот, кто удачно войдет, это, в общем-то, действительно золотое дно, потому что удачно войдя в тенденцию, главное не опоздав, вы можете собрать, ну, практически все движение. Вторая фаза – это среднесрочная. Она движется против основной, коррекция, коррекционное движение. Я хотел бы сказать, что здесь тоже можно заработать деньги, и сюда вот как раз влезает очень много новичков. И тоже я скажу, можно заработать денег. Мало денег можно заработать, однозначно, с большими рисками, чем вот здесь. Об этом я буду говорить завтра, еще не буду более подробно рассказывать. Я просто хочу сказать, что либо сюда нужно стремиться. Лучший вариант, конечно, номер один. Теперь самое главное зло для любого трейдера – это наличие краткосрочных колебаний, которые присутствуют во всех этих движениях. Вот если говорить о том, что больше всего наносит вреда, это вот наличие вот этих вот краткосрочных движений. Движение вверх, движение вниз, и вы теряете мысль, в каком направлении вы хотите торговать. Многие трейдеры именно
решив торговать долгосрочно, как-то сами не замечая, что они перешли вот в это движение среднесрочное и уже принимают решение совсем-совсем нелогично. Беда, вот она. Беда, я сразу скажу, она решаема, то есть ее можно обойти, у нее есть сильные стороны. У этой проблемы понятно, что зарабатывают трейдеры, которые умеют, иначе бы все бы заработали деньги на этом рынке. Вот наличие краткосрочных движений вред приносит, в первую очередь, конечно же, начинающему трейдеру. Пока вы научитесь обходить вот это, пройдет немало времени, придется научиться многому, и поэтому трейдинг не для новичков. Ну, как говорится, деньги приносит он тем трейдерам, которые это понимают. Об этом более подробно завтра, я сейчас просто не буду разъяснять, только сделал акцент на том, что это очень важно для технического анализа. Индексы должны подтверждать друг друга. То есть, если говорить о господине Доу Джонсе, я сказал бы так, что да, действительно, на рынке есть какие-то главные движения, которые формируют какие-то важные активы. Ну, вот, допустим, для российского рубля мы очень зависим от цены на нефть. Если говорить про валютный рынок, то здесь очень хорошо заметно, что если одна валюта дорожает, то другая валюта дешевеет. И вот выявить главное движение – это как раз задача трейдера. Ну, к примеру, наблюдая за валютной парой евро-доллар, мы не можем сказать, что из них покупают, а что из них продают. То есть, я снова повторюсь, что понятно, что евро покупают, а доллары продают. Главное вычленить все-таки главное движение, где в покупке евро или в продаже долларов. Для этого мы можем посмотреть еще одну валютную пару, к примеру, британский фунт к американскому доллару. Можем посмотреть кросс-курс евро-фунт, кто из них относительно кого, относительно дорожает ли какая-нибудь валюта друг относительно друга, формируется ли здесь тенденция. И есть еще один инструмент, который называется индекс американского доллара. Это курс американского доллара к корзине из шести валют, где больший вес занимает евро, второе место иена, фунт стерлингов, канадский доллар, шведская крона, швейцарский франк. То есть в данном случае один из инструментов, который нам помогает принимать решения в той или иной ситуации, это индекс американского доллара. Как его найти? Вот таким образом, подчеркивание. И вот так, это на русском языке, да, у нас? Вот таким вот образом это курс мы можем наблюдать. Но вот это очень удобный инструмент, где мы можем оценивать не, к примеру, одну валюту, американский доллар, а ее отношение к корзине шести валют. И точно так же можно проводить технический анализ поведения цен на валютном рынке в разрезе поведения американского доллара. Ну вот здесь, смотрите, мы можем увидеть тенденцию, вот она у нас, к примеру, была. Дальше мы можем обнаружить, что она была обнаружена с ускорением. Вот где-то у нас был очень-очень серьезный импульс. А вот потом мы скажем так, что вот с этого момента у нас сейчас нейтральная боковая тенденция, масштабная, на отдельном графике, ну, с какими-то элементами трендов вот в ту или иную сторону. Вот что хотел бы сказать по части применения или там не применения технического анализа. Ну, то же самое можно, я повторю, делать и на более коротких фреймах, тот же самый принцип, но весь технический анализ устроится в масштабе день, неделя, месяцы. Да? В данном случае вот определение тенденций глобальных. Следующий тренд должен подтверждаться объемом. Этот постулат я просто быстренько проговорю, что любое движение сейчас сопровождается объемом, он нарастает в направлении главного движения. К нашему семинару он не имеет прямого отношения, поэтому я его пропускаю, чтобы сэкономить время. Тренд действует до тех пор, шестой постулат, пока не даст сигнал о развороте. Но это классика технического анализа. Пока у нас есть признаки восходящей тенденции, то есть каждый минимум выше предыдущего, каждый максимум выше предыдущего, мы сидим и говорим, это тренд восходящий, задача дождаться коррекции и
окончание присоединиться к движению. Соответственно, выделяя окончание тенденции, мы просто меняем свой план. То есть понятно, что мы не можем вовремя распознать эту тенденцию. У нас обязательно должно что-то сформироваться, у нас обязательно будет перекрытие. Одна тенденция будет менять другую. То есть на это нам придется обязательно сделать сноску. Но первое, что я хотел бы посоветовать, опять же, проблема новичка, заключается в том, что многие трейдеры начинают фантазировать. То есть еще тенденция не закончилась, и они начинают фантазировать, а вдруг она развернется. И вам это не удается именно по этой причине, потому что вы пытаетесь найти преждевременно еще до момента действительно формирования признаков разворота какую-то новую тенденцию. То есть фактически вы делаете фантазию какую-то свою собственную, вот-вот оно упадет, вот-вот-вот я увидел разворот. Ничего подобного. Глобальные тенденции не заканчиваются, не начинаются мгновенно у вас между началом и действительно развитием событий. Произойдет немало времени, но именно так оно и происходит. Еще один момент, который бы я хотел сказать, он также такой практический. Если вы обнаружили момент окончания тенденции, то есть гарантия ли это того, что все развернется вниз? Нет, конечно. То есть, возможно, оно да, вы увидели момент окончания тенденции, для себя определили, что это разворот, и присоединитесь к движению и заработаете денег от продажи. А что может произойти? Рынок просто остановится, замедлится, и вам здесь придется какой-то свой план менять. То есть, если его продавали, к примеру, выйти с нулевым результатом, вовремя выйти, без потерь. Возможно, эта тенденция развернется и продолжит свое движение. То есть, здесь вы сделаете поправочку и дальше будете опять рассматривать тенденцию как восходящую. То есть трейдинг, как вы понимаете, это постоянное получение новой информации. То есть раз, два, три, четыре, пять. Одно решение, оно здесь вас вряд ли устроит, потому что рынок у нас уж настолько нестандартен. И поэтому классический графический анализ, он как раз и решает эту задачу. То есть в данном случае мы должны вычленить основное глобальное движение по касательной к значимому, к примеру, минимумам. Если у нас тенденция ускоряется, ее мы видим визуально, мы можем к ней добавить свои какие-то новые дополнительные трендовые линии, но главное, чтобы наш сценарий был действительно такой. Каждый максимум выше предыдущего, каждый минимум должен быть выше предыдущего. Для чего нам это нужно? Ну, для того, чтобы просто обнаружить момент окончания тенденции, то есть такой объективный момент, когда мы видим, да, текущая цена ниже, чем предыдущий минимум. Пробой состоялся, возможно, это разворот. То есть уже принимаем решение, исходя из ситуации, а дальше уже как получилось. Если тенденция продолжается, сидим и довольны. Если тенденция не развивается, выходим с минимальными потерями. Нисходящая тенденция, та же самая картина, только мы определяем глобальную тенденцию. В рамках этой глобальной тенденции добавляем, видите, еще, может быть, трендовые линии для облегчения работы себе, где эта тенденция будет в откате, где она продолжится. И задача трейдера, в общем-то, постоянно-постоянно отслеживать новую информацию и принимать решения. То есть для нас здесь весь сценарий точно такой же. Каждый максимум ниже предыдущего, каждый минимум ниже предыдущего. И вот вдруг момент. Текущая цена оказалась выше, чем там предыдущие минимумы. То есть вот уже для нас является сигналом, а не разворот ли у нас в рамках этой нисходящей тенденции. То есть вопрос именно в этом. То есть мы смотрим новую информацию и добавляем к этой к своему анализу добавляем эту новую информацию. К вопросу о том, как проводить трендовые линии, однозначного правильного ответа нет. Опять же, вот можно спорить двум трейдерам, как правильно прочертить трендовую линию. Один возьмет, скажем, таким образом, второй возьмет минимум и эту тень прочертит свою трендовую линию, а третий трейдер прочертит трендовую линию таким образом, ориентируясь на линейный график. Ну, снова повторюсь, что весь анализ, который мы проводим, он будет зависеть от наличия еще краткосрочных изменений в виде тени, которые мы можем наблюдать на графике, к
вопросу о том, будете ли вы чертить это точно, вот таким вот образом, вот с точностью там до миллиметра, или будете игнорировать. Я скажу так, я обычно не мудрю, если не знаю, что прочертить, беру линейный график вот таким вот образом, и все. Если есть желание дополнить свой анализ там, еще новые трендовые линии, я вот таким вот образом добавляю. Если видна картина, таким образом развивается с ускорением, видите, все больше и больше трендовых линий я могу прочертить в рамках наблюдения, это очень хорошая подсказка. Раз у нас рынок ускоряется по этому финансовому инструменту, жди глубокой коррекции, жди глубокого отката, либо, может быть, даже разворота тенденции. Ну вот таким вот образом это просто видно. То есть тренд, 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 еще более. Ну фактически, наверное, последний импульс, который может быть, это практически вертикальная вот подобного рода линия. Ну здесь вот мы увидели таким образом. Вот что будет нужно, наверное, для любого практикующего трейдера. Давайте посмотрим вот эту ситуацию, вот эту сейчас рассмотрим, чтобы было понятно, что из любой тенденции у нас что-то будет новенькое. Вот у нас есть тренд, который мы для себя выделили, а потом увидели, к примеру, ситуацию, развивающуюся вот таким вот образом. И вот эта тенденция у нас развивалась, и она закончилась. Где мы ее видели, что она закончилась? Вот. А потом она превратилась у нас в нейтральную боковую. И где-то вот из этой нейтральной боковой тенденции она продолжилась. То есть, когда у нас закончится тенденция, мы ее просто вот таким образом можем подсократить, чтобы не мешать наблюдать за развитием боковой. А потом просто сделаем дополнение. Возьмем опорную точку и будем уже оценивать эту тенденцию как продолжение восходящей в рамках ускорение тенденции. Сколь веревочка не вьется, а конец всегда найдется. То есть задача-то трейдера вот именно в этом. Итак, снова повторю, что глобальная смена тенденции это не просто такое событие, то есть невозможно развернуть тенденцию в масштабе год или несколько месяцев без каких-либо веских причин. То есть смена тенденции происходит, как всегда, на основе каких-либо серьезных фундаментальных событий. И это, естественно, известно не по факту, это уже к этому трейдеры готовятся. Боковая тенденция. Боковая тенденция – это временная ситуация перед каким-либо импульсом. Временная ситуация, понятно, что она может быть достаточно долгое время развиваться, там, недели, две, три. Чем устойчивая боковая тенденция, наблюдаемая на рынке, тем сильнее будет импульс. Вот это нужно для себя уяснить. Обращаю ваше внимание, что характеристика, скажем, боковых тенденций, то есть границы этих боковых тенденций, очень хорошо определить с помощью подобного рода проколов. То есть прокол за уровень поддержки, либо за уровень сопротивления и возврат цены за очень короткий промежуток времени обратно в этот уровень. Момент окончания боковой тенденции, характеристика наличия существенного ценового пробоя, вот как здесь, такое полноценное баровое движение, закрытие за этим уровнем, ну и, соответственно, от этого уровня продолжение тенденции. Где вот это можно увидеть из как бы свежих моментов? Ну вот, наверное, я могу показать боковую тенденцию устойчивую, которую сам так активно отслеживал, наблюдал. Можно взять вот. Кто-то может взять вот таким образом. Опять же, можно сказать, что можно взять японские свечи. Я беру обычно линейный график, но игнорирую какого-либо рода проколы, я стараюсь оценивать большинство движений в рамках средних цен закрытия за какой-то промежуток времени, то обычно вот таким вот образом выделяю диапазон с допуском
прокола в ту или иную сторону. То есть, если эта тенденция боковая, вот она сейчас устойчиво видна, была, да, и потом из нее как раз и сформировалось вот это ценовое движение, импульсное. К вопросу о том, что можно ли было к этому подготовиться, конечно же, да. То есть не просто так это событие произошло. Ну а здесь мы видим очень серьезный такой быстрый разворот. Снова повторюсь, да, вот тенденция вверх, а вот это уже, вернее, это тенденция вниз, а до этого была у нас тенденция вверх. Но как видим, что мгновенно мы оценить, что действительно одна тенденция сменила другую, мы мгновенно не можем. То есть нам обязательно нужно будет учесть какие-то вот временные ценовые прорывы, где для нас является ситуация сигналом. Возможно, это ложный пробой. Может быть такой? Конечно же, да. То есть кто-то же здесь рисковал, но не получил никакого результата. Классические фигуры разворота тенденции. То есть многие трейдеры оценивают разворот тенденции следующим образом. Если у нас есть устойчивая тенденция и сформировался разворот этой тенденции, то как можно обнаружить с помощью классических графических методов разворот? Фигура разворотная, одна из фигур, которая называется голова и плечи. То есть характеристика следующая. Наличие подобного рода вершины, вот, где центральная голова выше, чем предыдущее и последующее плечо. Наличие линии шеи, то есть это частные случаи боковой тенденции. Обратите внимание, вот здесь тренд, вот это боковая тенденция, вот по такой форме, а потом разворот. Новый тренд, тенденция вниз. Наличие линии шеи, который выполняет роль поддержки, либо перевернутая фигура, роль сопротивления. И наличие пробоя. То есть пробой должен быть такой же вот полноценный, большим объемом, серьезное движение, закрытие за предел. Как такую фигуру торгуют? Расстояние от линии шеи до макушки головы есть целевое расстояние до фиксации прибыли. Успели войти в сделку, фиксируем прибыль и выходим из сделки здесь. То есть если мы успеваем это дело отработать. Чем эта фигура хороша? Ну, во-первых, тем, что если вы ее можете увидеть, то для вас является такое серьезное поле деятельности. Может быть, возможно, будет глобальный разворот тенденции. Вы возьмете в 2-3 раза больше прибыли, нежели тот риск, которым подвергается ваш счет. Вопрос о том, видите ли вы эту фигуру или не видите. У каждого трейдера свое собственное, как говорится, художественное восприятие. Не знаете, вот, как эту фигуру оценить. Можно перейти на линейный график и вот таким образом увидеть вот нечто подобное. Итак, снова повторюсь, что это частный случай боковой тенденции. То есть с точки зрения даже вот геометрии рынок не может развернуться, кроме как через подобную роду фигуру. Пару примеров из практики собственной, как торговалась подобного рода фигура. Понятно, что она не бывает идеальной, классической, знаете, как вот на картинке, все в жизни, все естественно, гораздо сложнее, это требует какого-то определенного мастерства, но факт, то есть должно быть предыдущий импульс, формирование, к примеру, вот подобного рода замедления, которое называл трейдер плечо, наличие продолжения импульса и возврат на предыдущий уровень. То есть вот сюда. Попытка нового импульса и пробой через линию шеи. Ну вот здесь в дневнике это отмечено. Была открыта торговая позиция. Здесь она была закрыта. Вот эта прибыль, которая была получена. Но не все сразу было. Хотя, в общем-то, первое ценовое движение, оно, в принципе, состоялось по этому принципу. Еще одна из картинок из дневника, которую хотел бы показать и пояснить, что если трейдер эту ситуацию видит, то гарантируется ли здесь прибыль. Вот, к сожалению, есть ряд ловушек, в которые можете попасть вы, уважаемые новички. И с чем это будет связано? Дело в том, что если фигура уже точно видна, явно видна, то многие трейдеры действуют по шаблону. Вот, ну, опять же, у новичков как бы нет другого опыта, и они просто действуют по тому, как вот в данном случае, может быть, рассказал я. Он обнаружил трейдер
импульс, окончание этого импульса, коррекция, боковая тенденция, новый импульс и возврат на предыдущий уровень. То есть фактически у нас не произошло развитие тренда, а просто котировки замедлились. Сформировалось еще одно плечо, и при наличии пробоя трейдер вот здесь открыл сделку на продажу. Вот она. Трейдер поставил стоп-лосс. А где он поставил стоп-лосс? Ну вот здесь. Вот видите, многие трейдеры ставят таким образом стоп-лосс в расчете на то, что фигура сформировалась, и дальше все пойдет туда, куда нужно. Но что произошло? То есть через несколько часов произошел откат в противоположную сторону, как правило, новостной. Трейдер закрылся с убытком, при первом же движении его закрыли с убытком. Цена еще несколько часов проторговалась в этом диапазоне, вернулась на прежний уровень, то есть краткосрочно был задерг в противоположную сторону, а потом движение стало развиваться в том направлении, в каком и планировал трейдер. Вот эта же картинка, я только ее покрупнее сейчас сделаю еще, видите там, это вот один день, когда было принято решение. Вот это второй день абсолютно трендовый, и вот третий день. Ну, чувствуете, как было неприятно этому трейдеру, который был, в общем-то, стратегически правильно, в правильном направлении выставил свою торговлю, и, в общем-то, все было действительно хорошо, но вот такого рода ситуация случилась. Поэтому, если говорить о подобного рода фигурах, а идеальны ли они бывают? Нет, они будут вот такого типа. Тут надо понимать, что придется побороться за свои денежки. Ну что здесь, конечно, вариант такой, что стоп-лосс близко стоял, трейдер немножко не рассчитал свои силы и немножко пожадничал. Как формируется подобного рода фигура? Как уже говорил в начале, когда у нас есть устойчивые восходящие тенденции, то это конкуренция покупателей. Конкуренция покупателей заставляет их покупать товар все дороже, дороже и дороже. Но когда появляется конкуренция продавцов, она только зарождается. То есть продажи появились, и они стали большего объема, чем покупки. То есть цены сравнялись через некоторое время. Происходит продолжение покупок, и опять мы видим продолжение продаж. То есть у нас получается смена лидеров. То есть здесь были покупатели, конкурировали на этом уровне, а здесь начали конкурировать продавцы. Ну, то есть это, возможно, бывшие покупатели, которые решили начать фиксировать свой результат. То есть не успеешь продать вовремя дорого, будешь продавать дешево. И это срабатывает как массовое сознание. Пример. Давайте посмотрим. Опять же, скажу, что идеальных примеров не бывает. Вот один из примеров в торговле. Нет, боковая тенденция. Это уж так, картинка, не буду ее продолжать. Дальше. Посмотрите, продолжение тенденции, оп, вот она, выход тенденции из диапазона, наличие пробоя, даже можно сформировать канал. Потом обнаруживаем, смотрите, пробой восходящей тенденции. То есть о чем это говорит? Возможно, это коррекция в рамках восходящей тенденции, а может быть и будет разворот. То есть в данном случае у нас замедление на этом уровне и сформировалась вот подобного рода фигура. Староверов не Константин, не будет записи, это все повторяется каждые 2 недели. А посмотрите дальше. Если у нас есть подобного рода фигура или замедление восходящей тенденции, переходящей в возможный разворот, то наличие существенного пробоя, вот видите, полноценного пробоя, как раз и демонстрирует нам то, что произошел разворот. Вот здесь мы увидим голова и плечи, а потом формирование тенденции. Вот здесь в масштабе 30 дней, ну кто как считает, 787 пунктов, кто-то будет 7876, это было буквально недавно, пару месяцев назад, подобного рода ситуация. К вопросу о том, обнаружили, получили подтверждение, нужно ли спешить. Ну, конечно, нужно найти момент входа в торговую позицию и дальше войти, находясь максимально долго в сделке. Что еще может быть с разворотными фигурами? Все ли бывает идеально? Нет, не все бывает идеально. Дело в том, что может произойти подобного рода разворотная фигура. Сформируется прокол, вот то, что возможно у трейдера, и мы видим.
и продолжение тенденции вверх. То есть вот здесь мы увидим ситуацию, вроде бы была фигура голова и плечи, но она не развилась и наоборот даже не оформилась, и тенденция продолжилась. То есть подобного рода ситуация тоже может быть, и поэтому если наше решение не принято, нужно обязательно выйти с минимальными потерями. Подобного рода фигуры двойная вершина, ну что бы и говорить, вот возможно кто-то здесь для себя увидит подобного рода фигуру, здесь конечно уж не так уж сильно и заметно, но если говорить, скажем, о разворотных фигурах, то ну, где-то мы увидим, вот видите, голова и плечи, пожалуйста, где-то мы увидим двойные, там, тройные вершины, такое же двойное, тройное дно. Подобного рода ситуации. Тройная вершина, двойная вершина, двойная вершина. Ну, то что давайте будем говорить, вот классическая двойная вершина. Не всегда это видно, это вот таким вот образом можно увидеть. Итак, двойная вершина чем характеризуется? Такими вот двумя вершинками с наличием линии шеи. Формируется в рамках импульса, в рамках восходящей тенденции, после которой происходит разворот тенденции, либо ее замедление. Тройная вершина. Тройная вершина – это частный случай, фактически боковая тенденция, такая чистая, явно боковая тенденция, без каких-либо выделенных вершин, верхних, там, нижних. Тоже хорошо фигура, если вы ее можете обнаружить, скажем, на линейном графике, если видим наличие существенного пробоя, но входим в разворот. Если говорить заключительный слайд в рамках нашего семинара, сегодня просто больше уже не успеваю информацию рассказать, скоро следующий семинар. Хотел бы сказать, что не все так быстро формируется в виде разворота, как бы нам это хотелось. Обращаю ваше внимание, вот эта нисходящая тенденция, движение вниз, новый минимум. То есть вот здесь мы обнаруживаем дополнительную трендовую линию, пристроим, обнаруживаем тенденцию, ускорение тенденции. Кто-то, может быть, даже добавит еще одну трендовую линию в расчете на то, что обнаружить разворот тенденции. Но тенденция у нас краткосрочно продолжилась, и цены вернулись на предыдущий уровень. То есть покупатели более активно начали действовать. Трендовую линию убираем и начинаем думать, а что у нас здесь формируется? То есть, может быть, двойное дно, но оно уже не оформилось. Возможно, у нас будет замедление тенденции по форме перевернутой голова и плечи. Что нам нужно для этого выделить? Нам нужно выделить линию сопротивления в этом случае, не линии шеи, она будет выполнять роль линии сопротивления, и дождаться наличия существенного ценового пробоя. Ну, в данном случае полноценный бар на новостях. И после этого пробоя уже формируем суждение о восходящей тенденции. Как понимаете, не вот здесь мы где-то покупаем, вдруг оно вырастет, а постепенно добавляем информацию, и самое-самое дно вряд ли мы сможем найти. То есть мало вдруг продолжится движение, непонятно. Двойное дно тем же самым способом определяем. Роль шеи выполняет здесь у нас роль сопротивления горизонтальная. И при наличии пробоя, существенного пробоя, то мы уже как раз начинаем менять мнение. Этот уровень становится уровнем поддержки, уровни поменялись, и наш стоп-лосс должен стоять уже за пределами этого уровня. То есть, если действительно тенденция продолжится, все, наша задача находиться в этой тенденции максимально долго. К сожалению, семинар наш уже подходит к концу, остается буквально 2 минуты. Я остальное не успею рассказать. Если у вас какие-либо вопросы, давайте дам, да, осталась 1 минута, 12.59. Завтра мы постараемся этот материал закончить, закрыть до конца. Есть ли какие-нибудь вопросы по сегодняшней теме? Время идет, жду. Староверов Константин, еще раз повторю, записи не будет.
Ну, вижу, вопросов нет. На этом прощаюсь. Желаю вам удачи. До свидания. Завтра продолжаем изучать данную тему. Посмотрим индикаторные методы анализа и все, что с этим связано. На этом прощаюсь. Удачи. Всего хорошего. С вами был Владимир Тишко. До свидания.